This is not a battle rap with subliminal messages. Damn it, I'm the devil's bandit, the criminal's exorcist. Where's the motherfuckers with guns, women with princesses? Sending my pendulum swinging, bringing venom effortless. When you're a snake like I am a snake, the giant is great. I ain't scared, so why would you wait for my iron to shake? My hand is steady, look at my gun, damn it's heavy. I'm ready to blame into your fam already. Вы, конечно, все пиздецкие, красивые, шумные. Вы прям просто какие великолепные. Ну прикол, знаешь, в чем, братуха? Чего один и троем едете за Волгой? Так что оставляют вот эти свои. Здесь тоже Крайслер двигатель стоит. Так что давайте за мной, детки мои. Ну какая она рыбучая. Давайте сделаем обзор на свою Волгу, брат. Нахуй нам вот эти всякие Dodge Challenger, КС М5. Это же неинтересно людям смотреть. Людям же нужно что? Хлеба и зрелищ. А хлеб и зрелища бывают только связаны с нашим отечественным автопромом. Поэтому давай просто скажем, пацаны, вы рассос, а мы дальше едем снимать, короче, Волжанку. А ну, один хуй за Волгой. Вот один хуй за Волгой. Такой, блядь, широкий капот, нахмуренный взгляд, мускулистое тело, да? Ты про меня? Нет, не про тебя. Не, я согласен, что у тебя хрен с ним широкий капот, хрен с ним нахмуренный взгляд, но мускулистое тело я... Точно не про меня. Точно, да? Не про тебя, братан. Это было сказано про тачку, которая стоит сзади меня, и да, вы ее дождались. Это, мать его, Dodge, сука, Challenger SRT Hellcat. Вообще, начну с того, что эта сука, которая стоит сзади меня, снимается уже месяц. Помнишь, как было с М5? Вот точно так же и с этой вот тварью, которая сзади меня стоит. Мы ее снимаем месяц, мы не можем ее поймать. Трявая ведьма постоянно уебывает от нас. И опять ночь, опять ночной Владикавказ, опять я не сплю. И опять снимаем обзор на дикую тачку для вас. Поэтому опять не будет... обзоров, потому что такие машины вы почему-то какого-то хуя не смотрите. Просто интересно почему, а вас залетает ебать как. Просто, наверное, потому что я там по-черному юморю. Вот, наверное, поэтому заходит. Но не будем отвлекаться. Сегодня прекрасная ночь, прекрасные автомобили. Мы начинаем. Всем здравствуйте, всем салам алейкум. С вами Марат Бородоколев. И вы, как всегда, братцы, на братском канале Асата Channel. Такой саус с ними сделаем, такой, опа, братики, короче, такой раз, лавера, да, такой, пис, нигер. В Инстаграме после того, как я выложил пост, просто я не пойму, что началось, писали в комментариях по другим видео, типа, что за беда, ты обещал там вроде бы в Инстаграме. Пацаны, бывает такой момент, что машина просто выпадает, и ничего ж ты с этим не поделаешь. Ну, сколько раз говорил, сделал, столько раз сделал. Поэтому, как и М5, эту машину мы нашли, мы поставили ее перед собой ночью. Dodge Challenger в этом кузове, как мне кажется, просто вот, ну, они и сами об этом заявили, что в этом кузове они, как это, дословно даже могу прочитать. Основной посыл Dodge на 2016 год. Просто вот, ну, как-то может, ну, некрасиво будет вот так это делать, да, но все вот сюда уместить тоже невозможно. Мы по-прежнему вдохновляемся духом нашего прошлого, но теперь мы стали еще мощнее, лучше и еще сексуальнее. Если вы посмотрите сейчас на внешний вид этого автомобиля, каждая линия этого кузова просто возьмет вас за уши и мгновенно окунет 40 лет назад. Сейчас, стоя рядом с таким автомобилем, меня просто переполняют эмоции. Я не хочу спать, хотя время уже позднее. Я должен был давно делать лё-лё или бобо, улюлю. И вот эта усталость и то, что поздно, ну столько эмоций дает эта машина. Я снимаю шляпу перед американцами. Просто я не знаю агрессивнее внешнего вида. Я не знаю, что еще может быть олицетворением чего-то адски, архи-адски зло вам. Сейчас век автомобилей пластиковых. И все, что сейчас делают, это все направлено на азиатский рынок. Каждый автомобиль когда-то, который был самобытен, сука, стал азиатом. Сейчас автомобиль, который за мной стоит, не изменяет своей породе. Поэтому завоевывают сердца, поэтому эти машины стали появляться на дорогах нашей страны. Вообще, доджи, как и все американцы, как и все, в принципе, масл-кары, любят уебываться пакетами. Если вспомнить мой Мустанг, который я купил себе, да, я могу, короче, себя совершенно справедливо назвать владельцем масл-кара. Вот на моем, короче, Форде есть такая опция Track Package, опция Track. Точно так же и эти автомобили. Они очень сильно любили пичкать, ну, то есть пакетами различными и, ну, давать какой-то интерес к автомобилю. Как к кузову, так к трансмиссии, ну, там, то есть к техничке. 3.6, он также бывает на моно. Это один-единственный, пока один-единственный, если я не ошибаюсь, Dodge Challenger на полном приводе с объемом 3.6 в 309 лошадиных сил. Но все мы прекрасно знаем, что настоящий muscle car 3.6 быть не может. Это V-образная восьмерка, это по-любому моща, это рык, это выхлоп и так далее. Потом идет 5.7, известный Hemi, потом уже идет SRT, обычный SRT, 485 лошадиных сил. Дальше американцы пизданулись, ебанули вот его, Dodge SRT Hellcat, в переводе, который обозначает, ну, опять же, вот эти разговоры, адская кошка или же ведьма, да, не знаю, кому как по кайфу, я не даю. И вот, если честно, и тебя хочется спросить. Есть люди, я сегодня задавал вопрос, так как мы эту, блядь, сегодня еще и утром снимали, и какого-то хуя у нас опять не получилось это сделать, и мы опять переснимаем. Поэтому я опять задаю вопрос в экран. Вот что вам дает вот этот момент? Как правильно, вот адская кошка или ведьма? Вот тебе-то какая хуй разница, тебе, человеку, который там пишет? Ты ведь хуй нихуя не ездил на такой машине. Здесь же похую. Ты компрессор думаешь, что бывает только на холодильнике. Ты ездишь на лансере, но ты какое вот прям важно, да, чтобы его правильно переводили. Ведьма ее называют в переводе, либо дикая адская кошка. У меня своя нахуй адская кошка. Знаете кто? Человек, который держит камеру. Вот это в натуре адская кошка. Он с багажника, когда с ним делает подсъемы, может вылезти так, что вы охуеете, бля, ему ни один акробат не упирается. Он снимает нога на ногу. Вот это адская кошка. А то, что вот это рядом с моим котом, это котик. Звук выхлопа у этих монстров, конечно, вкусный, но штатная аудиосистема ни о чем, а без качественной и громкой музыки я не обхожусь ни в одной своей тачке. BMW-шка, Chevy, все на эстраде, ну и Ниву я не оставил без внимания, зацените какой комплект. Громкая пионеровская эстрадка серии Shuriken. Бренд Pioneer многим знаком с детства по легендарным магнитолам. Что мы будем в итоге устанавливать в Ниву? Процессорная башка S520BT. Удобная в использовании, быстро настраивается и самое главное есть Bluetooth. Две пары динамиков M1610 Pro. Достаточно компактные для эстрадки, всего 16,5 см. Без проблем залетают в штатные места. Рупорные твиттера B1010 Pro номинальной мощностью 50 Вт, ну и куда же без саба W3010 Pro серии Pro Shuriken диаметром 30 см. Большой двойной магнит создает высокое звуковое давление на низких частотах, что позволяет по-настоящему ощутить глубокий бас и качество звучания. Раскачает все это два усилка D8701 для саба и D8704 для акустики. Вся система не займет много места, плюс проста в установке. Хотите такой же комплект? Заглядывайте по ссылке в описании и раскачивайте салон автомобиля вместе с Пионером. Дальше они выпускают невероятно дебильный автомобиль, который попадает в книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый, сука, автомобиль. Самый быстрый серийный автомобиль — это Dodge Challenger SRT Demon. Кому по кайфу Demon? Кстати, здесь тоже 6,2 литра, у SRT V-образки только 6,4 литра, здесь 6,2 литра и у Демона тоже 6,2 литра, 840 лошадиных сил, на спортивном топливе эта тачка могла исполнить 852 лошадиные силы. Вы просто представляете, что это за мощь? в автомобиле, который на моноприводе. Демон у них был таким экспериментальным вариантом. Кстати, я смотрел в Ютубе, у него был закус с Годзиллой, с GT-R. Так победителя и не выявили. Сделали по одному заезду. В одном заезде выиграл GT-R, в другом заезде выиграл Challenger. И они вылезли, смысла нет эти две ебантейки замерять. Такую тачку было очень дорого продавать. Но чтобы быть лидером среди масл-каров, потому что свет Chevrolet Corvette предоставил там свой какой-то охуевший автомобиль. И чтобы, короче, не оставаться где-то в середине, а быть всегда первым среди масл-каров, Dodge выпускает SRT Hellcat Red Eye. Red Eye, который делает немножечко мощами ниже, 808 лошадиных сил. Вот, ну, чтобы быть как бы царем-бомбой. Очень много людей, которые хотят приобрести себе этот автомобиль, даже не представляют, что это за тачка. Любой маслкар, который бы вы себе не хотели бы приобрести, любой, какой бы вы себе в голове не придумали из ныне существующих, любой маслкар вас разочарует. Я вам прямо могу сказать, что любой маслкар — это просто американская Приора. Это очень дешевая в исполнении тачка. И когда вы покупаете себе такую машину, я вам говорю, что это будет двуличная. Почему? Потому что, с одной стороны, у вас будет огромное количество эмоций вот от этого. V-образка с верхним расположением клапанов, два клапана на цилиндр, нижневальный крайслеровский мотор. Просто крайслеровский мотор. По меркам Америки и по меркам маслкаров это, ну, такой, знаете, достаточно современный мотор. Но только по меркам американцев. По меркам европейцев там и так далее, это уже достаточно древний мотор, который усовершенствуют и еще раз усовершенствуют. Эти, бля, моторы стоят и на SRT8, и на джипах, и на его брательнике, бля, чарджере и так далее. Так, в принципе, конструктивно это очень старый мотор. И тачка сама по себе, в принципе, подход к ней очень старый. Вот это вас здесь будет радовать. Радовать в том смысле, что это не особо затратно. Несмотря на то, что эта тачка имеет, сука, 717 лошадиных сил. В развале блока стоит компрессор, который, сука, заставит не ваши трусы, который заставит ваше пятно, сука, растечься по сидению. Я вам говорю, ваш шоколадный глаз потечет. Люди научились с ними работать. Это двигатель, который... как тюнячится. 717 лошадиных сил для вот этой тачки — это абсолютно никакой не предел. Это можно довести до 1000 с плюсом, вот весомым плюсом, таким, что как, сука, вот плюсовой провод на BMW. Вот это вас будет радовать. Что вас будет огорчать, я вам скажу. Ни один маслкар, который я видел, я их видел как минимум 3, и есть с чем сравнивать. На одном из них езжу сам. Почему говорю? Это ебаная американская, сука, Приора. И очень многие люди, которые говорят, что да, за эти деньги с такими мощами ты не особо будешь как бы обращать внимание на то, из чего это сделано. Во-первых, что такое маслкар? Там даже в шутку говорят, есть две возможности расстаться с жизнью. Первое, если ты с ним не справился, потому что он, сука, нихуя неуправляемый, вылетел, сука, в кусты и, ну, ушел в мир иной. Второе, если ты чихнул, пизданулся лбом об руль и умер на месте. Потому что все, что в салоне, все, из чего сделан салон, это чистый ебаный дешман. И мне хочется обратиться, хотя они меня нихуя не услышат, но мне хочется обратиться. Какого хуя тачка, которая когда-то стоила 60 тысяч евро только в Америке, в Россию ее не поставляли, она 160 тысяч долларов, а цепануть ее, привезти, растаможить, это, ну, считай, что на фаллос сесть. Это будет очень сильно бить по карману. И вы выйдете и скажете, за эту сумму я хочу больше комфорта, больше, бля, отделки, больше кожи, больше, сука, блядь, дорогих материалов. Потому что все, из чего сделана эта тачка, это ебаный мусор. Я вам серьезно говорю, мусор, у нее нет ничего мягкого. Такое ощущение, как будто ее в скале салон вырезали, я его в пластике, в куске, вырезали и просто целиком сначала поставили, а вокруг него, сука, кузов собрали. Все скрипит, все подогнано уебищно, зазоры уебанские, бля, даже если машина не трогалась. Тачка собрана очень противно. Пока вы будете ездить, вы, блядь, сука, с этим должны бороться. И помимо этого еще боретесь с ее ебучим управлением. Кстати, вот эта тачка управляется отменно, но это SRT Hellcat. Есть SRT, есть 5.7, есть 3.6. И поверьте, разница в управлении между этими тачками будет как между, сука, хую, куском баранины и батарейкой. И это настроенная, это спортивная машина, настроенная и еще управляется. А там есть пониже рангом. тачки, которые не управляются вообще. Такое ощущение, бля, когда ты ездишь на масл-каре. То же самое я получаю на своем Мустанге, что ты, сука, едешь на зеле. Вообще неуправляемая машина. Тот же Camaro SS, когда я на нем раздавал, я на нем ездил, и вот, знаете, такое ощущение, вот у нее ебучка поднялась, и ты можешь бросить руль и вот чилить, так ехать. А что будет, то будет. Такое ощущение, как будто ты на катере хуяришь. Но у нее еботина поднимается, и ты ее не можешь поймать, эту тварь. А не дай бог что, представь, блядь, табун лошадей на задний привод, блядь, ту мощность еще реализовать, хуй с ним. Но этой мощностью еще надо управлять. И ты сидишь как ебаный камазист, блядь, знаешь. Она как флаг на ветру, вот так. Ебучка у нее бегает. Ее огромный минус — это ее отделка, ее постройка. Огромный минус — управление. Ну, сука, какой дает кайф мотор, какой дает кайф, блядь, сука, внешний вид этого автомобиля. Бля, это не сравнить ни с чем. Звук выхлопа этого двигателя, рев вот этого компрессора, это просто машина, которая тебя, блядь, провоцирует. Это самая настоящая шлюха, с которой хочется, бля, поебаться на все деньги. Все ей отдай. А с другой стороны, когда ты в это все пихаешь, думаешь, может чуть попритормозить. Понимаешь, она тебя заставляет бороться с самим собой. Либо ты сегодня останешься нахуй ни с чем, но получишь огромное количество удовольствия. Ты кончишь, короче, дохуя раз. Либо сегодня ходи, дрочи с деньгами в кармане. Тачка, бля, которая тебя провоцирует, бля, буквально каждую секунду. Выхлоп, ебанашка. На светофоре остановился, обогнал, ну, в потоке машины. Остановился на светофоре, поворачиваюсь, и окно открыто, и иномарка стоит, и за рулем мужик лет 60 с плюсом. И что-то он мне говорит, а у меня музыка, я не слышу, тише сделал. И спрашиваю, я говорю, как? И он мне говорит, неужели этот выхлоп починить нельзя? Я ему туда кричу, я говорю, я извиняюсь, я говорю, его чинить не надо, я говорю, он такой. И он секунду на меня посмотрел так, да ну вас нахуй. Уехал, да я вот так на светофоре стою, думаю, за что просто? Дословно. Да ну кчит вас нахуй. Открываем дверь, я не знаю сейчас, как это все вам передастся, но вроде бы вот трогаешь, да, она вот, ну, мягкая. Ну, есть какая-то вот мягкость, ощущается в ней. Ну, а с другой стороны, ты понимаешь, что эта мягкость настолько дешевая, настолько некачественная, настолько тебя наебывающая, да, что ты как-то, ну, начинаешь, ну, по-другому смотреть на этот автомобиль. Когда ты в салоне этого автомобиля, ты стараешься максимально не обращать внимания на салон автомобиля. Просто ты получаешь удовольствие от другого, потому что в салоне ничего тебя радовать не будет. Ни качество отделки, ни качество сидений, ни качество музыки, ни качество мультимедии. Короче, ну нету нихуя. Есть только, бля, приборная панель, которая красиво светится, есть на мультимедиа, блядь, выбор режимов, короче, и все. Есть выхлоп и есть звук компрессора. Все, на салон ты будешь стараться не смотреть, потому что все сделано очень дешево. Очень дешевый пластик, хоть и музыка здесь Harman Kardon, вот, очень дешевый пластик. Все масл-кары друг друга чем-то напоминают. Допустим, вот этими дефлекторами, у меня они здесь точно так же расположены. Какими-то мелочами по салону, они друг у друга как будто что-то пиздят, не особо меняют и плюс-минус друг на друга похожи. Вот здесь тоже все прошито кожей. Это кожа, но это не качественная кожа, такая, к которой мы привыкли в Мерседесах и BMW. Это чуть другая кожа. И американцы никогда не делали акцент на какой-то лакшери в салонах своего автомобиля. Люди, которые ездили на американцах, поняли это, они с этим уже смирились. Если вы первый раз берете себе американца, то это вас будет очень сильно удивлять и раздражать. Вот эти резинки, которые, блядь, высыхают и, блядь, как в натуре клитор бабушки. Вот такой весь. Ну вот что вот это такое? Ну да, вот здесь клипсы нету. Ну если бы она даже была, просто на отделку, на обивку посмотри. Ну это что такое, блядь? Ну какая-то порнуха. Все настолько дешево, что пиздец. Ну очень дешево. Вот максимально дешевый карпет. Ну реально очень дешевое исполнение. Такое ощущение, как будто ее собирали реально из мусора. Дешевая резина, дешевые материалы, дешевый пластик. Максимально дешевый пластик. Что касается по подвеске, спереди и сзади независимая. Сзади она еще многорычажка, пружинная. Охуительные тормоза. Спереди и сзади, естественно, дисковые. дисковые, барабанные. Мне что нравится в американцах, в их машинах человек видит свободу. Ну, олицетворение свободы. И получает эту свободу внутри автомобиля, потому что я не знаю, что они делают с вашей душою. Ну, я просто не понимаю, что она делает с душой, потому что мы сейчас сюда ехали... Макар чуть ей дал, я ехал пассажиром. Я просто в моменте душу свою потерял. Но это нихуя не городская тачка. Я для себя не могу открыть какого... Ну, не то чтобы открыть, а понять. Вот целесообразно. Чем целесообразно эта машина покупать? Я ее очень хочу. Я очень хотел бы... Вообще, я из маслкара всегда мечтал о челленджере. Именно о таком. Но так как у меня не хватает бабок, потому что вы нихуя не смотрите мои видео, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, бля, накручивайте просмотры. Мне придет монетизация, подзаработаю нихуево денег и куплю себе Dodge Challenger Hellcat SRT. Какой миленький. Даже несмотря на то, что я блогер с аудиторией почти 2,5 миллиона и, самое главное, не продажный блогер, как многие, конечно, не думают, да, ну и хуй им в сердце, если не думаю, что я им что могу сказать. Я не могу себе позволить купить, потому что такая тачка стоит, ну, в районе 5 миллионов растаможенная. 6, мне подсказывают. Исполнил Макарта. Моя мечта была и сейчас является иметь в гараже такую себе тачку. Ну, целесообразно это или нет, хуй ее знает, потому что где на ней тупо ездить? Где на ней тупо ездить, блядь? В продолжении механики на ней стоит 8-ступенчатый автомат 8HP90. Также была 6-ступенчатая механика. Представь, 717 сил, механика. Казалось бы, но это хуйня, потому что есть автомат, который переключает просто божественно. Мы сейчас поедем, приколимся, посмотрим. Я думал, смысла нету, да, разгонять вот за эти два ключа. Или ты не знаешь, допустим, нет, что это за два ключа. Ты не смотрел. Короче, вот этот ключ заводит автомобиль, который дает тебе 500 лошадиных сил. Вот этот ключ. Вот этим ключом ты открываешь автомобиль и заводишь его с 717 лошадиных сил. Первое, что тебя заставляет забывать о многих мелочах, которые тебя здесь раздражают, это ее внешний вид. Ты садишься в этот салон, бля, опять, бля, понимаешь, что этот салон не такой, какой он должен быть за 60 тысяч долларов только в Америке, не говоря уже про Россию, да. Тебя это начинает бесить, бля. Ты берешь, видишь кошку, и она загорелась. Первое, ты встретил ее, понял, на улице, полюбовался, сел, чуть опечалился, завел. У тебя, блядь, сука, улыбка растянулась до жопы. Ты забыл за все свои проблемы. И не хочется закрывать окно. Вообще не хочется его закрывать. Ты хочешь слушать и слушать эту песню. Ты хочешь под нее засыпать, я не знаю. Ты хочешь жить, сука, с этими волнами, бля, которые... Ну, Америка — это что-то другое. Это нечто другое. Это другой уровень кайфа. Сука, блядь, а! Ай, тварь, ёб твою мать, какая она тварь, коробочка. 8HP90 делает просто что-то невероятное. Есть механика, повторю, 6-ступка, но эта коробка, бля, переключает на 160, бля, миллисекунд, бля, быстрее, чем это может сделать подготовленная рука, которая, ну, может, даже и так тренируется. Эта тачка вызывает страх. Она, помимо того, что наводит, сука, страх на то, что движется рядом, она еще, сука, его вызывает у тебя за рулем. Это очень опасный автомобиль. 717 на заднем приводе, без ебаного зацепа. Буксует первую, вторую, третью, пятую, седьмую, пока просто не зацепится. Но этой машине обязательный зацеп. Без зацепа вы просто будете проебывать всем. Если вы любитель гонять, то вы будете проебывать до тех пор, пока вы не получите зацеп. А зацеп вы получите только с наката. С места эта машина не даст вам возможности зацепиться без подготовленной трассы, без, бля, специальной резины. Вы просто не поймете этот кайф. Она будет вас пугать, издеваться над вами, она будет вас провоцировать, она будет делать с вами то, что по кайфу. Вы будете жить на грани вот жизни и смерти, потому что даже та ебаная электроника, которая стоит в этом, бля, автомобиле, просто, сука, не успевает справляться с этим табуном лошадей. Просто она не успевает, ёб твою мать, справляться. Что касается вообще тачки в городе, в принципе, все массл-кары, еще раз повторюсь, это баржа, которая не управляется. В далекие 60-е годы это были такие некие исполины, которые просто ехали прямо и все. Она, во-первых, построена на базе седана. Это очень тяжелый автомобиль, он весит более 2 тонн. С 2 тоннами еще, сука, с таким табуном лошадей надо уметь справляться. Вот сейчас я переезжаю рельсы. Вот, и ну достаточно плотно она переезжает. Нету некого дискомфорта, вот как, допустим, на пони-каре, вот в Мустанге. Сравнивать, опять же, управление и комфорт по езде, эта тачка намного комфортнее. Мустанг, он также в управлении проигрывает этой тачке. Ну, может быть, Шелби рулится как-то по-другому, я не ездил. Вот, но у него начинает так же, как и у СС, блядь, плавать ебало. Не так, как у Чевика, но есть это некая парусность. Здесь же тачка стоит, прям вот она стоит. Да, это не BMW, да, это по меркам не та же 60-ка, не 39-ка, М-ка, да, это далеко не это эталонное управление. Это управление что-то между эталонным управлением BMW и чмошным управлением Мерседеса. К этой машине надо будет привыкать. И поэтому я и говорю, что Америка, американские тачки, это что-то другое. Это другой уровень любви. И все, что, блядь, здесь есть хуевое, оно перекрывается, сука, вот этими моментами, блядь. Ух, я твою жизнь ебал. Вообще она не держится, блядь. Вот вообще, я просто, ну, я просто не понимаю в нынешних реалиях, зачем вот такой автомобиль. Бля, вот чуть-чуть ему стоит дать, как он начинает, блядь, просто твою жопу тащить нахуй куда-то. Ты норовишь обосраться. Я помню первые свои ощущения на SRT, когда этот полный привод 1000 лошадей меня начал утаскивать. Я понимал, что у меня душа куда-то уебывает. Но плюс ко всему, в SRT ты уверен, потому что он, ну, он полноприводный. Здесь же на заднем приводе, не дай бог что, не дай бог ты не справился. Давай, брательник, блядь. Свидимся. Наберешь, когда позвонишь. Уже заебали эти немцы, нет? Вот, ну, реально, Mercedes, BMW спорят постоянно, что лучше. Я сейчас понимаю Рому Мамсура, передаю ему не привет, а салам. Рома — это тот человек, которого все знают. Он мне всегда говорил: я тебя все равно пересажу на большие моща. Начиная с СРТ, покупкой, бля, мустангов, я обязан Роме. На такую хуйню может подбить только близкий человек, бля, который гонит на американцах. Даже стоит она, когда, бля, какой у нее звук. Не хочется вообще закрывать окно. Выхлоп, свист, блядь, тяга тебя постоянно провоцирует за борьбу, блядь. Если ты, бля, не владеешь, никогда себе не бери эту машину. 200 раз подумай. Возьми себе какой-нибудь 5,7 V8, и если на нем тебе этого будет достаточно. Не лезь в большие мощи, потому что даже бывалые папы боятся этих автомобилей. Полк ДПС проедем спокойно, да? Мы и так, блядь, в ориентировке. Я сейчас еще на бардачим, блядь. Вой, сука! Я твой рот! Какая она ебанутая! Я хую, нахуй она нужна? Я хочу себе такую машину, но я хочу жить еще. Я его мама еб... Как она хуярит. Бля, у меня коленки трясутся, блядь. Я хуею, что она делает, эта машина. Уф. Мне просто ничего не могу сказать. Она настолько молниеносно, эта пидораска, набирает, что у меня дрожение сейчас в голосе. Ух, я тварь. Я забыл, что я на механике, бля, ебал. Ама, я его рот ебал, включись на Д, в пизду тебя. Я не получал еще столько удовольствий вперемешку с говном, блядь, страхом. Куда ее реализовывать, эту мощность, где ее реализовывать, где ее показывать, где получать тот адреналин, К этой машине надо привыкать, это очень, ну ее нахуй. На ней надо где-то с полугодика пока мягко, аккуратненько поездить, прощупать ее, срисовать. Потом только потихоньку начинать на ней, бля, наваливать. Потому что, ну, это просто что-то, блядь, ебанашковые, блядь. Я понимаю, что очень многие кайфуют с этих автомобилей, но никогда близко даже рядом не стояли, да, ну, то есть не находились ни в салоне, не говоря уже за то, чтобы там ездить, да. Если вы, ну, на самом деле не владеете автомобилем, если вы только мечтаете о Hellcat и не умеете ездить, да, не владеете, бля, продолжайте мечтать. Или купите себе что-нибудь такое более приземленное, это 3.6, либо 5.7. Не лезьте в сторону SRT, потому что даже просто SRT, не Hellcat, он достаточно такой опасный, хотя там 485 стоковых лошадиных сил. Выглядит как конфетка, реально сдалека выглядит как конфетка. Как только вы начинаете присматриваться, вы находите для себя огромное количество минусов. Минусов сборки автомобиля, минусов пластики, под капоткой там и так далее, в багажнике, да, то есть материалы, какими одел вот эти автомобили. Вы начинаете выхватывать грустинку такую, знаете. Во-первых, это дико дорого. Во-вторых, все это очень дешево. Но когда вы понимаете, что у вас под капотом 717 лошадиных сил на заднем приводе с бешеной коробкой, которая переключает скоростях как 7.62, и тебя, блядь, прибивает к сиденью, просто тачка уебывает в космос. Вы за это все забываете. Вкупе этот бешеный выхлоп, который тебя просто не оставляет, свист компрессора, который тебя провоцирует. Эта тачка-провокатор. Она не оставляет тебя в покое. Ты начинаешь, блядь, давить по полной. Это машина настроения. У нее огромный бешеный расход. Если вы возьмете такую тачку растаможенной, плюс ко всему очень уебищный налог. Очень дорогие эмоции и очень опасные. На самом деле очень опасные. Эта тачка вселяет в тебя страх. Запомни. Но она очень ебанута и стоит каждого своего рубля. Но покупать я вам ее, братцы, нихуя не советую. С вами был Марат Бородоколев и канал Асата Channel. Давайте, братцы, дальше что-то интересное.